Ну вот мы уже в стенах АСТ. Я буду искать радиатор. Привет, ребята, вы на канале Борщ Тори, и сегодняшнюю серию по восстановлению Франкенграфа после моей любимой жены я хочу начать с рекомендации. Новый молодой канал i3 Vlog, на котором автор Илья старается и делает максимально качественные тесты и сравнения машин. Например, как боевые Жигули, в которые вложено больше 600 тысяч рублей против всех. В этом видео ножиги он раздал везде и по-всякому. Он только развивается, и сейчас как никогда этому уральскому каналу нужна ваша поддержка. Так что скорее переходите по ссылочке в описании, чекните видосик, поставьте лайк, ну и обязательно поддержите подпиской. День начинается не с кофе. Это новый блог Борщ Тори, и мы приехали в АСТ, чтобы возбудить нашего зверя и заморочиться, узнать, что там случилось, не случилось, блин, непонятно. Короче, попробую его запустить, закатить в бокс, отогреть, посмотреть, что с радиатором. Ну и, собственно, надо решать вопрос, потому что на улице снег, и я хочу катать. Душа поет, на самом деле, от холода, потому что я ебалай, в летней куртке хожу. Да как же холодно, пизда. Эд. Бля, загнал сейчас тачку. Полчаса просто дрочил ее от снега из-под капота. Просто вот такие вот глыбы. Думаю, что надо ее отогреть и дергать радиатор. После этого будет понятно, что там с ним случилось. Скорее всего, буду покупать от 3110 медный такой же. Ну, точнее, здесь медный от V8, M60, но это пиздец. 3110 будет подешевше. Рубля за два. Да, гольфу реально досталось. Все-таки я дрифтер нелегальный. Непрофессиональный. Кто не видел, кто не знает, мотор утоплен на 3 горшка в салон. Вдруг реально кто не видел, кто не знает. Вот таким вот телодвижением тут стоит радиатор. Труба идет оттуда сюда, но это полный пиздец. Но не будем об этом. Я сейчас хочу снять радик, дабы быть уверенным, что все дело именно непосредственно в нем. И будет понятно. Ну, я думаю, что дело в нем, потому что текло посередине, где радиатор. Никаких пайпов там рядом нету. Тот пайп, этот пайп. В принципе, сухие, комфортные. Видимо, там внизу разошлось. Потому что прямо сейчас копирь вот где-то вот там. Вот такие вот дела. Winter Drift, жена в руле. Две стяжки держали этот чудесный радиатор. Не понимаю, где он лопнул. Но где-то, походу, вот здесь, по низу. Откручиваю винтики, замеряю его. И я думаю, 3110 нам в помощь. Да. Быстрый ремонт. И снова можно валить. Может, еще кузовню отстучать. А то прям печаль. Серега, давай-ка дверь поправь. Да возьми ногой, господи. Ну, сейчас еще подрихтую. И будь с кайфом. Во, еще. Почти навье. Надо еще крылья. Порядок вести, это что-то совсем плохо. Да, хорошо, когда каркасщик твой друг. И сразу кузовщик. Просто я туда жирный никогда бы не залез. А Сереге удобно. Да, 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 бро, кайф. Почти как новая тачка. Бля, даже отсюда вижу, что идеально. Хуёй занимаемся. Но на самом деле выглядит гораздо лучше, чем было. Осталось радик подмахнуть. А чтобы подмахнуть, его нужно купить. Ребятки, отвлечемся на секундочку от блога. Напомню про футбольчик 20 февраля АПЛ Ливерпуль против Эвертон. И надо бы поучаствовать. 7:30 вечера, да. QR-код в деле, ссылочка в прикрепленном комментарии. Все так же работает. Выигрываем мы только с One X. О, зимний дрифт. Дикие беспощадные. Что только не заставит меня сделать. Короче, приехал на разборочку. Сейчас буду искать радиатор. Короче, самое бюджетное, это вот от Волжоночки
захватить вот такого синего пацана. Выглядит он ничешно. Размер, конечно, чуть меньше, чем нужно, но я думаю, будет ок. Ну вот мы уже в стенах АСТ. С Серегой тут занимаемся опрессовкой нашего нового-старого радиатора. Ну за два косаря. Радик с вентиком. В принципе, должно быть норм. Не, опрессовка входит в стоимость. Так мы уже это, мучаем пакет. Вот ты даешь. Он просто хотел под цвет радика пакет подобрать. Он чувствует стиль, не то, что ты, посмотри, какая у него штука на голове. О, напульсник на голову. Напульсник, смотри. Бля. Сейчас посмотрим, короче, что с этим Радиком. Хороший ли он или ему плохо? Бля, ебей еще технологии. Здесь пятерочка. Здесь просто мусорный. Там он, бля, чисто на хомутных движениях. Ну, сейчас точно. Где-нибудь ебанет. Слишком герметично. На самом деле, блядь, из-за того, что там были такие потемки, я не заметил его дефекты, потому что там пиздец было. Это, наверное, самая потемкинская потемка, разборка, которую я видел. Так тут можно до чего доебаться. Первым сдался пакет пятерочки. Он опрессовку не проходит. Очень удобно работать на мусорке. Вообще прям все, что не нужно, сразу выкинул. Все, что нужно, подобрал. Бля, смех смехом. Ну надо гольф починить. Элки, дусь. Чтоб взорвалось. Вроде все нормально с опрессовкой. Хули экспериментировать, надо ставить. Короче, под суету с радиатором. Своего любимого каркасика замудрил сделать мне пол. У меня раньше была вот такая резина, на которой я пяточками вставал. Там почему-то педали очень высоко относительно пола. Как будто у человека был 50 размер ноги. И, короче, сейчас мы здесь сделаем второй пол. Наверное, на высоту сантиметров 5. Вот так вот. Чук-чук-чук-чук. Кинем несколько профилей сверху. Алюминтий. Алюминтий. Все лишнее я срезал. С нашего радиатора подготовил наш вентилятор. И будет это делать все как-то вот так вот стоять. Серега наваял тут вот такую движуху. В принципе, сейчас все обварит. И потом просто листик алюминия, просто альдента пол фальш. Короче, у нас получились вот такие вот полцы с хайфцом. Будет дребезжать, бля, буду. По похуй. Лишний звук никогда не лишний. Нормально все будет работать, единственное, будет дребезжать. Но это мелочи. Ну а сейчас мы быстренько закрепим вентилятор. Я сделал вот такое вот крепление. Сейчас это вот сюда мы на точку жирно варим, бля. Это сюда варим. Ну и потом на стяжке наш вентилятор приделываем. Ай-яй-яй, салам алексус. Сейчас эту хуйню мы туда и готово. Ты меня понял? Я хочу ее, вот эту штуку, приварить вот сюда куда-нибудь. В нее ставить шланг и просто на рожки одевалась, чтобы с кайфом. Да? Вот как-то так, братанчик, да. Охуенно, смотри, как по высоте все стреляет. Сразу видно, я делал. Ну вот, собственно, так малыш здесь расположится. И должно все это вот около стрелять. Пайпинги, не пайпинги. Комфорт. Получились вот такие роги, единороги, и все на них спокойно сейчас встанет с кайфом. На сам радик сейчас прикреплю вентилятор, а здесь уже резиночки готовы. Чтобы в роги единороги залезать. Радик почти инсталлирован, вот подгонка идет пайпов. Здесь придется что-то придумать. Такая дичь. Ну и параллельно, я тут говорил Сережу, задвинуть немножко ковш назад и вот перевариваем родные недокрепления. Просто на трахте бедох, лишь бы держалось. Короче, Руслан тут навеял. Хомутное царство. Зато все работает. Серега, в свою очередь, там финальную перекладину бахает. И можно ковш прикручивать и запускать, и уезжать, и вообще АСТ тащит. Круто, что они рядом с карьером находятся вообще. Ну и помимо крутости карьеру, они тут проект собирают. А Серега варит лучшие каркасы в городе. Сейчас за 21-го, кстати, должен варить. Но варит нет, крепление ковшей. Блин, провел целый день в АСТ, но зато мы поменяли радиатор. Кстати, я не знаю, еще будет включаться этот вентилятор, но разъем в разъем подошел идеально. Появился вот такой вот офигенный коврик. Переварили прям полностью салазки ковша. Теперь он стоит дальше на 5 сантиметров. Теперь я сижу более удобно. Перегнул
непосредственно ручку ручника, чтобы теперь до него дотягиваться с комфортом. Все, что хотел, я сделал. Единственное, надо теперь будет заморочиться все-таки с рулем. Хочу сюда спортивные стаканы и нормальный спортивный руль с хорошим выносом. Чтобы было прям максимально комфортно. Ну, а дальше вообще есть мысли заехать на денек в Reichmann Customs. Заехать, да, на денек в Reichmann Customs. И переварить центральную стойку назад, сделать купе. Ну, это потом. Ну а пока, в принципе, мой гольф готов. Снова наваливать. И это очень круто. Спасибо АСТ, пацаны выручили нереально. Если что, они занимаются спортивными автомобилями. Ссылочку в описании я оставлю. Ля финаль. Задрали хлопца, прокачиваем печку. Кто не знал, печка в этой машине вот здесь. Включается вот здесь. Дует теплом отсюда. Ля, тепло. Теплище. Ну и новый вентилятор. Немножко надо провода местами поменять, а то он выдувает вперед. А должен просасывать, туда продувать. Сейчас поле поменяет иными местами. И все. Go to the Katka. Отвлечемся еще раз на футбольчик 21 числа АПЛ. Арсенал против Манчестер Сити. И в этот же день серия А. Милан против Интер. Нужно поучаствовать. QR-код в деле, ссылочка в прикрепленном комментарии, все так же работает. Новички, при регистрации не забывайте юзать мой промокод BORCHSTORY. Он даст вам до $100 на первый депозит. Ну а мы погнали дальше выигрывать с OneX. Время пришло прогодиться на гольфе. Сейчас опять его дам жене. Нехай тестить наши новые радиаторные движения. Че застаиваться тачки? Тем более зима, карьер. Погнали. Ебучая залупа, то ветер дует, то не дует. Жигулёшка не его.
по-моему, пора заканчивать. Вот таким вот дрифтом. Жена первая едет уже, уже очень уверенно. А второй, конечно, нужно накатывать скилуху. Я замерз, я устал, и я предлагаю пойти прибухнуть. Да, так что вот. Вот такой вот хип-хоп. Хип-хоп.